Отсюда я вижу, да. С правой стороны от дома, да. С правой, вот между вот, этими домами. Между домами. Потихоньку их обгоняй. И сейчас... Сейчас дорога влево идет, видишь, Саш? Надо будет как-то, я не знаю, или... Вот сюда заехать влево, видишь, Саш? Вот сюда влево? Да, да, да. И наверх. Только надо и наверх, да. По деревяшкам. По деревяшкам. И наверх едем. Аккуратно, как на льду. Песок скользкий. Поехали назад. Сверху спускаться надо будет аккуратно. Ну да, тут мы хотя бы можем газовать и как-то стремиться вверх, а сверху мы уже газовать не сможем. Можно скользануть. Вон слева смотри. Да. Рафаилович, привет. Да. Тут маслина. Это тоже участки, кстати, на сказали, продажу, да? Сказали, что эти маслины таки заберут под стройку. А да. Может, нет, я не уверен. Они все-таки под защитой эти маслины стоят. Ну, они древнейшие, тут будет по 200, что ли. Вот мы практически вот это вот где-то участок засветим. Вот где здесь. Дорога идет, вот где вот справа, вот отсюда, да? Я не знаю, вот где дорога идет, вот тут вот Ну, тут надо геодезиста сейчас вызывать будет, ты знаешь. Продажи. Продается маслиновая роща. P+5 тоже. Ждем чуть-чуть. А вот давай здесь встанем и мы выйдем отсюда, да? Да? Дом уже сейчас. Вот участок. Вот, прямо вот тут, где вот это дерево, где вот этот мусор. А, вот. Вставай здесь, Саша. Все на ровно, Андрей. А это сверху, это уже не мой. Участок 646 квадратных метра. Рафаилович. Вот, начиная от дороги и чуть дальше автомобиля.